думали давать взятки сотрудникам. Мы это очень жестко пресекаем. На данный момент у нас 3 уголовных дела было возбуждено в отношении тех лиц, которые давали сотрудникам деньги. В первую очередь, это был факт выявлен, когда сотруднику патрульно-постовой службы давали деньги за несоставление административного протокола. Также сотруднику ГИБДД были предложены денежные средства. Был задержан гражданин, который также уже делает уголовное расследование, направленное в суд. Ну и сотруднику БЭФ также были выявлены такие факты, когда за несоставление протокола предлагались денежные средства. Ну, хочется, к сожалению, сказать, что и в отношении сотрудников, даже не наших сотрудников, а бывших сотрудников, возбуждаются уголовные дела. В настоящий момент эти дела расследуются в Следственном комитете, и комментировать я их не буду, пока нет судебных решений. И объявлять виновный сотрудник или невиновный, я не могу. Когда будет судебное решение, тогда об этом будем говорить. Я могу сказать, что да, те дела, которые находятся в производстве Следственного комитета, уполномочен по ним рассказывать, объясняться руководитель Следственного комитета.